Миллионы гривен, тонны переписки и годы ожидания заветного жилья. Так можно охарактеризовать возведение жилого комплекса «Золотой берег». Инвесторы говорят, что строительство их домов началось в 2006 году, но через два года грянул кризис, и возведение зданий остановилось. Недостроенные дома. Вот в 2007 году, это 5 лет уже прошло. Сейчас, якобы, я живу, начали строить. Нету света еще, они могут решить со светом. Проблема у нас вообще уникальная. Значит, мы оплатили свои квартиры еще в 2005-2006 году, и вот по сегодняшний день нам никто не построил наши дома. За время вынужденного простоя в строительстве жилья поменялись и учредитель, и заказчик, рассказывают инвесторы. Они также объединились в кооператив, чтобы принять более действенные меры и возродить стройку. Однако реорганизация, по словам людей, не привела к обещанным результатам. Балаян, который председатель кооператива, который якобы должен защищать интересы членов кооператива, инвесторов, он, наоборот, мешает. С нас просто хотели собирать второй раз деньги для того, чтобы мы за свой счет это достраивали. Но этого не произошло. Люди не захотели платить. Защищая свои конституционные права, люди неоднократно обращались в местные органы власти, в прокуратуру и милицию, а также в судебные инстанции. Мы сдали сюда 70 заявлений в областную прокуратуру с просьбой разобраться и помочь нам. Блэн продолжает фальсифицировать документы. Его переизбрали из председателя кооператива. Печать он не возвращает. Документы не возвращает. И сейчас опять нас затягивает в судебные тяжбы. Инвесторы «Золотого берега» заявляют, им необходимо достроенное жилье и гарантии, что средства, вложенные в строительство, не пропадут. А потому одесситы вновь пришли в надзорное ведомство с просьбой назначить прокурорскую проверку и привлечь к ответственности всех нарушителей их конституционных прав. Мы пришли под стены областной прокуратуры, чтобы дать коллективное обращение от инвесторов с просьбой все-таки разобраться в ситуации. Мы требуем все-таки назначить и провести прокурорскую проверку. И одновременно мы написали письма от лица инвесторов, каждый от себя написал письмо в Киев, в СБУ. Сегодня мы будем их отсылать. Справедливости хотим. Хотим добиться своих законных интересов. В прокуратуре коллективное письмо инвесторов «Золотого берега» приняли и пообещали отреагировать на жалобы инвесторов.